невозможно. Нет, к нам люди ходят не раз в год, хотя действительно посещаемость в ночь музеев, она зашкаливает. И я скажу даже, скажем, вот такую, наверное, не очень приятную вещь, может быть, для наших посетителей. Мы хотели бы, чтобы их даже было немножко меньше. Потому что, допустим, для нас, как музея художественного, проблема еще в том, что у нас очень резко увеличивается влажность, когда к нам заходит 1500 человек. И это влияет, безусловно, на климат и многое-многое другое.